Ну что ж, всем здравствуйте. Я, как обещал, выпустить видео, как восстановить после архивации. У меня, по-моему, 2 или 3 видео что-то с архивацией есть. По-моему, 2 видео только всего. Вот. Можете где в семерке, там, ну, везде архивация. Вот она. Когда показывал на видео, там везде она есть. Вот. Сейчас покажу файлики вам, которые после архивации становятся. Ну вот этот вот. Я потом покажу вам попозже чуть-чуть. Вот этот файлик. Вот этот файлик. Тот файлик не трогайте, конечно, не надо его трогать. Вот этот файлик. Ну, еще может быть в закрытом виде быть. Вот. Сейчас покажем. Вот скрытые папки. Ну вот он еще один последний файлик. Не прятайте их никуда. Не убирайте, как они стояли. Как их определил система Windows. Так она осталась. Так и будет. Пускай будет. Ну что ж. Вот эта вся система, которая у вас. Ну все может быть. Вот здесь она на этом диске остается. А у кого-то другой диск, может на другом диске быть, если вот это вот опять та же система, может быть, да, забыл сказать, что кто бухгалтерией занимается или еще что-нибудь, например, чтобы свои данные не потерять, они остаются вот здесь вот в документах, так как везде остаются, ну, все. Вот видите, у меня тоже офисы есть, и вот эти офисы все здесь остаются по мере возможности. Вот, или могут оставаться, например, чтобы их не увидел, вот эти папку документы можно сделать, спрятать их от кого-то, от друзей, от товарищей там, или еще чего-нибудь. Вот сделайте, как у меня, и ваш файл ни один антивирусник не найдет, не увидит. Если кто-то занимается сервером, то же самое, никто его по серверу не увидит. Это в основном для тех, кто свои документы бережет. Ну что ж, я думаю, надо будет начать. Также антивирус у вас останется то же самое. Вот. У кого-то антивирус, если есть, ну, можете у меня по ссылочке скачать, там некоторые видео у меня есть. Вот. На каждой десятке есть, начиная с 15-го года. Вот. На каждом есть возвращение. Та же, как и на семерке, маленько по-другому идет. Вот, нажимаете вот сюда. Ну, может быть, у кого-то по-другому она где-то. Ну, только здесь. Вот. Все параметры. Где она находится? Вот, где обновление. Вот, сейчас увидите. Архивация, восстановление. Вот где перегружать надо. Вот сейчас я перегружу и буду показывать уже по, как сказать, да, вот эти вот файлики, вот эти, которые есть. Только не убирайте никакую папку, чтобы его нашел сам Windows при восстановлении вашего компьютера. Так, ну что ж, наверное, поехали. Начнем перегружаться потихонечку. Ну, сразу говорю, что файлики должны быть там при восстановлении. Повторяюсь еще раз. И сейчас буду показывать только по своему телефону, так как камеры у меня пока миссии нету.
Ну что ж, поехали. Ну вот, перегружаемся. Качество, конечно, не ахти, но что-то все равно показывает. Ну вот он, где продолжить, выключить, поиск устранения. Нажимаю на поиск устранения. Вот, потом средства установления не надо, дополнительные параметры нажимаем. Все здесь показано. Это даже восстановление, это обратно вернуться, это вот это восстановление, что вы сархивировали. Сейчас он перегрузится, конечно, этот компьютер. Сейчас, секундочку. Ну вот, понесло его. Вот. Сейчас будет показывать восстановление. Это на любом компьютере. Тут если в пароль надо будет пароль вам вводить, ну, это ваш компьютер. Это пароля нету. Так, без учетной записи. Ну вот она. Вот она архивация у меня. 20.09.19. Это какого числа, видите, как архивация у меня еще до сих пор осталась. Это 18 года еще даже. Ну вот. Здесь станет драйвера, ну, в принципе, ну вот все. Вот как я показывал, детектор 6S, ну и это все остальное. Прочитайте обязательно все, что здесь написано. Подтверждайте, что готово. Надо сделать. Ну и в принципе, он сам восстановит вам, все покажет. Ну вот. Ну. Так, я пока не буду это для себя делать. У меня на восстановление есть. Ну, поиск. Это проверка компьютера. Это опять вернуть его в обратную сторону. Навряд ли у вас может это не получиться. Ну, сейчас дальше покажем. Вот. Еще раз показываю, это дектор, который написано по-английски. Это вот он. Сам по себе. Вот это, вот с этого диска он все собирает. И все остальных файликов. Ну что ж, в принципе, удачи, не стесняйтесь, подписывайтесь, вопросы задавайте. Ну.